Привет. Сегодня у нас бесячие типы гачатуберов. Начинаем. И первый тип – красивая ос. Таких чаще всего используют новички. Второй тип – меня сплагиатили. Посмотрите. Отписывайтесь от этой девочки. Почему у нее такие же туфельки, как у меня? Такая же кофточка. Третий тип. Милая ос. Таких тоже используют новички. Четвертый тип. Обвинитель. Почему я просила поставить 3 лайка, а под прошлым видео набралось 2 лайка? Почему? Почему? Пятый тип – ос-убийца. И таких тоже используют новички. Шестой тип – забыл сюжет. Привет всем! Сегодня мы… короче, пока. Что ж, на этом пока что все. Всем поки!